никого не допрашиваю, на самом деле не террористы, не шпионы, не предатели. Но при этом все они попадают сюда к нам не случайно. Будешь людей теребишь. Мне прощение надо получить. Что ты всю жизнь будешь как уголовник? Говорит реально. Тебя все равно никто не простит. Так что просить прощения больше не у кого. Сдавайся, капитан.